Полицейские во взаимодействии со Следственным комитетом Калмыкии обнаружили тайники с оружием на территории соседнего региона. Имущество добыто преступным путем. Также найдены запрещенные в гражданском обороте огнестрельное оружие и боеприпасы. По предварительным данным, изъятое принадлежит двум жителям Ростовской области, ранее задержанных по подозрению в совершении убийства и разбойного нападения на семью предпринимателя в селе Конуково Сарпинского района Калмыкии. 6 ноября прошлого года подозреваемые проникли на территорию малого предприятия, нанесли телесные повреждения предпринимателю и его супруге, а также совершили убийство одного из работников. При этом злоумышленники похитили 500 тысяч рублей, смартфон и скрылись. Расследование уголовного дела продолжается.